Друзья, давайте позавтракаем вместе. Слушайте, это ж еда, надо обязательно кушать с любовью, с пониманием, что эта еда выстроит ваше тело. Но сегодня я готова вам заплатить то, чтобы вы перестали верить в генетику. Вот у меня неправильная генетика. За то, чтобы вы перестали думать, хватит жрать вообще и после 6 в частности. Я прям готова сегодня быть вашей Снегурочкой. Представляете, Снегурочка – это волшебница, она может сделать что угодно для вас. Сегодня я готова вам подарить подарок в честь шоу «Молодости», который я проведу 29 августа ровно в 12:00 по Москве и буду дарить подарки. Слушайте, девчонки, мальчики, не надо ждать какой-то определенной ситуации, там, понедельника, Нового года. Для трансформации можно уже прямо сейчас что-нибудь делать. Итак, я Снегурочка, я вам дарю подарок. Самый большой подарок – это когда смотрят на вас так внимательно-внимательно. Сколько тебе лет? Не гони. Вот это вот самый большой подарок. Или у тебя трое детей, а почему у тебя плоский живот? Вообще ничего не понятно. Но на самом деле самый большой подарок – это высокий уровень здоровья. Поэтому под этим видео есть ссылочка. Сразу в нее кликните и получите подарок.